за праведность и преданность дворов. Пожжённые кровью голубою, когда огонь станет домой, пока он есть, я властен над судьбою. Душевного жара, который сопровождает нас в нашей дороге много-много лет, уже несколько десятилетий. Иногда это любовь, взаимная любовь артистов и публики, она приводит к совершенно практическим результатам, вот в частности, как и присвоение звания, о котором я не могу сегодня не говорить, поскольку каждый, подходящий с букетом, меня поздравлял и повторюсь... Повторю свои слова, сказанные в Петербурге
три дня назад, как вежливый человек, по крайней мере, надеюсь, воспитанный человек, я не могу не ответить на поздравления. Но вот и отвечаю искренней благодарностью. Но больше хотел сказать о другом. В общем-то, уже сказал, что без нашего взаимодействия, творческого вот здесь нашего на сцене, музыкального, и не только музыкального, мысленного, в замыслах, эмоционального, в чувствах, профессионального в репетициях и в концертах, без этого не было бы ничего, ни званий, ни достижений, ни главное, не было бы счастья этого особенного существования, которое знает каждый артист, которого хотя бы раз в жизни что-то получилось на сцене, который знает каждый выходящий на сцену, которого хотя бы раз посетило вдохновение, того счастья, которое мы с вами испытываем всякий раз, когда встречаемся в зале, это счастье невозможно без нашего взаимодействия. Я бы мог многое говорить своими словами, я мог бы долго говорить на эту тему, но лучше, чем в той песне, которую мы сейчас только что исполнили, сказать было бы трудно. И вот повторяю то, что говорил в Петербурге три дня назад. Мы не замысливали этот концерт как-то специально уже полгода назад, если не раньше, но точно еще зимой. Мы его назначили здесь, концерт, посвященный песням Булата Акуджавы. И так сложилось, что в день для меня достаточно важный, я могу говорить его словами. Это мне бесконечно дорого, и по моим давнишним взаимоотношениям еще с самого раннего детства с песнями Булата Акуджавы, и потому, что, наверное, в Москве его словами говорить вообще это и радость, и честь, но и потому, что если бы я был поэтом, я бы старался говорить так же. Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа. Слово «арбатство» придумано Акуджавой, или, как он сам писал, его одноклассниками, так они друг другу в свои школьные годы клялись сохранять верности традициям и взаимоотношениям возвышенным, назвав свое братство арбатством. Но только великий и настоящий поэт мог сказать: «Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа». В каждом из нас, кто любит эти песни, в каждом из нас, кто любит эти стихи, в каждом из нас, кто любит поэзию и поэтическое отношение к жизни, а это отношение не допускает лжи, оно не допускает жестокости, оно не допускает заскорузлого сердца. Каждый из нас, кто ценит эти отношения, он защищен от того, что жизнь часто с нами делает. Он защищен от огрубения, он защищен от того, что в каком-то кошмаре может вдруг остановиться и увидеть, что ничего не осталось самого главного из того, что он хранил в себе, из того, что он нес, а только твердая оболочка, которая закрывает часто пустоту, даже если эта оболочка бывает позолоченной. Мы с вами в течение многих-многих лет, в течение уже десятилетий, творим определенную историю, история, которая выходит за рамки этих залов. Историю, которую мы несем с собою в жизнь, в мир, к тем людям, которых мы любим, к тем людям, которые иногда не любят нас, свидетельствуя о правде, правде, которая в данном случае синоним с красотой и любовью. «Красота спасет мир», сказал Достоевский, а «любовь есть спасение миру», сказано в Евангелии. И простите мне, что я нередко Евангелие цитирую не очень точно, знаю, что, может быть, это небезопасно делать в нашем сумасшедшем мире, но все-таки давайте чаще обращаться к сути. Евангелие ведь тоже поэзия, самая прекрасная поэзия в этом мире. Но, повторюсь, ничего бы не произошло ни в моей судьбе, надеюсь, она еще продлится, и фортуна не выпустит моей несчастной руки еще достаточно долгое время, чтобы, по крайней мере, испытывать счастье, творчество, красоты, правды и любви. Ничего не случилось бы в нашем взаимодействии. Мир был бы хуже, если бы мы с вами не встречались в таких совместных трудах, работах и радости о счастье, красоте и правде. И вот, если позволите, я сегодня слышал много аплодисментов, я сегодня видел овацию в начале нашего выступления не случайно. Овация прозвучала на те слова, которые я бы вместе с Владом Шаловичем, с очень небольшой редакцией, повторил бы тысячи и сотни тысяч раз. Ничего бы не произошло, если бы это музыкальное, поэтическое счастье не создавалось многими людьми. И с огромной радостью я представляю их сегодня. Елена Маратьева.